Добрый вечер, друзья. Пришел 17-й кью. Сыграем Хосси, поприветствуем оппонента и посмотрим, какой тут у него был, ну, в районе 16-й кью. Так, он играет Камока. Мы играем второе Хосси. Ну и давайте сыграем Сан-Ренсей. Давно не играл. Такая конструкция. Три камня в ряд. Это Сан-Ренсей. Ну вот он вторгается сразу в Сан-Сан. Это нормально. Вот. Здесь накрываем его. Выбираем такую джасеку. Идем по третьей линии. Хоть до безобразия. Бывают начинающие уровни, идут по ней и идут. Так. Ну, здесь сыграем то же самое. Опять. Еще раз. И вот у нас получилось большое мое. И белому теперь нужно что-то с этим срочно предпринимать. Ну вот он задумался, решил поставить большое шимари. Так, а мы что будем делать? Ну, давайте нападем на эту камоку пока, посмотрим на его реакцию. Можно было углы проатаковать. Ага, такой ход, ну хорошо, сюда. По идее, он должен отпрыгнуть сюда, а мы распространиться сюда. Играем так, то есть у нас получается еще больше стеночка. Угу, он так, да? Хорошо, если мы сыграем так, или не стоит... Так, что же нам сыграть-то такое интересное? Вот сюда просится хороший ход. Давайте так сыграем. То есть мы тут как бы делаем задел. И одновременно угрожаем, якобы нападаем на угол. Угол у него, скорее всего, живой. Да, ну вот если он будет делать такие ходы, не знаю. Угу, так, можно дать Атари и потом еще один, да? Ну, давайте посмотрим. Он может, конечно, напасть на этот камень. Сейчас он его собьет. И мы сыграем здесь. Это, конечно, готы, но... Ничего страшного. Вот он думает, считает, наверное, если сыграть сюда, то мы собьем. Ага, такой ход. Если так, он собьет. Ладно. Сыграем так и будем думать, что теперь... Ну, не думать, смотреть, что будет предпринимать оппонент. У него сейчас, конечно, голова болит за вот этот мешок. И он думает, как к нему бы подкрасться, разломать его. Ну, посмотрим. Угу, такой ход.
Это нас только укрепляет. Да, вот таким ходом. Или вообще, может быть, плотно сыграть. Ладно, так сыграем. Да, и вот он играет на границе двух влияний. Ну что сделать? Ну давайте так сыграем просто, типа тупо его не пускаем. И плюс у нас еще остаются места для вторжения. Здесь. Потом в углу можно что-нибудь поискать. Сейчас посмотрим, как он будет отвечать. Такой ход. Ну хорошо, мы тоже просто отойдем. Такой ход. Ну хорошо, мы так сыграем. Интересно, что показывает эскимейтер. Но он пока не видит. Хорошо, так сыграем. Я думаю, у нас больше территории. Потому что мы дальше середины. Но он, правда, углы у нас выгрыз. Но мы тут тоже залезли. Здесь так. И сейчас начнем какую-нибудь драку. У него еще, правда, здесь может что-нибудь попытаться вторгнуться. Но у него здесь еще не закрыто. Угу. Такой ход, да? Ну, здесь что, можно... Или отрезать его, он опустится вниз, мы тоже вниз. Да, давайте отрежем его. Угу, теперь так. Он сейчас даст татари, но мы отойдем. И эти камушки его припуяли. Плюс этот камень нам дает возможность либо сюда обезьянку запрыгнуть. Угу, так, да? Ну, здесь нам надо ответить. Хотя, может быть... Туда можно было сыграть. Ну, здесь мы так отойдем. Эти камни никуда не убегут. Плюс у нас появляется возможность здесь тут немного подпортить ему территории. Возможно, что-нибудь придумать с отрезанием этих камней. Ну и хочется вторгнуться. Правда, перед вторжением... Ну ладно, сейчас сыграем так. У него тут двушка под угрозой. Если он накроет, мы ее отрежем. В общем, не очень веселые времена у белого начались. Такой ход, да? Ладно, давайте ее тоже заберем. Хотя, может быть, это мелковато. Угу. Таким ходом. Мы соединяемся с этим камнем. То, что он выбежит тут
Нас это не сильно пугает. Мы сыграем пока здесь. Тут ему бежать особо-то некуда. Кругом наши камни. Ничего у него тут не получится. Но здесь надо соединиться. Угу, такой ход, да? Ну хорошо, сыграем так. Он закроет. Мы вниз, он закроет. И у нас намечается опасность. Надо добрать эти камушки. То есть, если он даст татари, мы ничего не успеем тут соединиться. Он сейчас, наверное, даст татари в любом случае. Ну, скорее всего. Но мы ему тут территорию немного подсократили. Немного камней захватили. В общем, я думаю, у черных тут пока перевес. Пока по-прежнему остается как бы место для вторжения где-то здесь. Да, вот он. Или так сыграть. Ладно, так сыграем. Собьем, посмотрим, что он будет делать. Хотя тут, в принципе, вряд ли он выживет. Может попытаться, конечно. Но я не думаю, что ему опыта хватит тут выжить. Думает оппонент. Угу, такой ход. Ну, здесь мы по-любому соединяемся. Угу, так, да? Ну, хорошо. Просто соединимся. В данном случае нас устраивает это. Вот он решил побежать. Только вот далеко он собрался бежать. Я думаю, тут даже, наверное, не стоит отвечать. Давайте такой проверочный провокационный ход маленький. Он, конечно, не своевременно, да. Но вот здесь, кажется, есть такой вариант. И что он будет делать? Если он сбивает, то мы даем атари и ловим всю группу. Это он клюнул. Запоминайте, не попадайтесь на такие уловки. Если он сюда, то мы собьем. Да, он сюда. Мы просто сбиваем. Ну, в общем, немножко ему тут подгрызли. Теперь закроемся. В угол он не может. Этот камень ему нужно защитить. Иначе мы его тоже можем отрезать. Да, вот он его защитил.
Так, и что, если мы сюда... Так, 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 ну давайте такой проверочный ход сделаем. Сейчас посмотрим, как он ответит. Угу. Так, да? Отходим. И что нам дальше? Ну, давайте поднимемся. Так, да? Хорошо. Даем такой Atari. Соединимся. И теперь так. Ну и после того, как мы собьем этот камень, группа живая. Ну, посмотрим, как. Может, он сейчас ему вытянется. Ну, вытянется, дадим Atari. Можно сюда потом дать Atari. Ну, если он накроет. Угу. Ну, хорошо, отойдем. Такой ход, да? Интересно. А если мы порежем? Ладно, это не интересно. А если мы так порежем, что он будет делать? Вообще, я думаю, надо было просто выжить, наверное. Если он опустится, мы сюда. Он может нам глаз выбить. Хорошо, мы так отойдем. Угу. Он дает нам этот камень забрать. Ну, в принципе, все. Группа в углу живая. То есть как бы угол на угол, этот на этот, ну и у нас тут большой кусок территории. Угу. Ну какой-то непонятный маневр, ну давайте так его подожмем. Сократим ему место для выбегания. Запечатаем его, так сказать. Он куда-то побежал вниз. Зачем, непонятно. Хочет отрезать нас оптом. Но это плохая идея, не работает. Хорошо, ну здесь просто так надежненько закроемся, не будем жадничать, ну вплотную играть.
Здесь просто тоже закрываемся. В общем, наша задача сейчас аккуратно все закрыть, нашу территорию. Я думаю, у нас на порядок больше, чем у него. Даже нет надобности сюда вторгаться. Угу, такой ход, да? Хорошо. Ну, давайте дадим такой атаре. Теперь соединимся. Ему нужно тут закрывать, да? А мы что? Ну ладно, давайте здесь отыграем. Итак, закроем наш мешочек скромненький. Ага, он еще там такие ходы делает, да? Ну хорошо, давайте ему атари дадим для приличия. Что-то он задумался. Ну, закрываться надо. Что тут думать? А, такой ход. Ну, хорошо, собьем. Теперь ему здесь надо закрываться, а мы тут собьем. И что он выиграл? Ничего. Такой ход, да? Ну, давайте проверочный. Может быть, тут сейчас получится что-нибудь у него отрезать. Угу. Так, да? Ладно, просто закроемся мирно, спокойно. Оппонента идет Байоми, давит на нервы. Ну вот он ищет что-то придумать. И какой же счет примерно? Да, черные на 48, плюс здесь еще не посчитал. Ну, у белых тут пару очков не посчитал. У нас больше. Да, вот черные сдались. Ой, вернее, белые сдались. Поблагодарим оппонента. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и пишите в комментариях, что бы вы хотели посмотреть, чтобы я сыграл. До свидания.